Тысячи туристов застряли на горнолыжных курортах в Альпах. Швейцарский Адельбоден и итальянскую Червинию засыпало снегом. Опасность схождения лавин оценивают в 4 из 5 баллов. Червиния оказалась под двухметровым снежным покровом. Из ловушки выбраться не могут 10 тысяч человек. В Адельбодене к расчистке сугробов привлекли военных. На выходных там должен состояться чемпионат мира по лыжным гонкам. И пока его не отменили. В экстренном порядке ремонтируют дорогу до ближайшего населенного пункта, которую засыпала лавина.